Друзья, всем привет, с вами снова Капанда, и сегодня играем в Roblox, мой любимый Tower Battles, и попробуем затащить 3 на 3. Давайте глянем. Так, как раз пусто, отлично. Коннектимся, кто к нам забежит? Забегай. Ой, это нук, 0-0. О, вот это сильный, 74 победы у него, 49 поражений. О! Орех, дружбан, здорово, это мой кореш. Привет тебе, поздравляю, ты попал в видос. Давайте еще, подбегайте. Здорово. Всем привет, кого не видел. А новые, кто на канале, если есть, обязательно подписывайтесь на канал и ставьте Лукаса. Это будет просто офигенно. Сразу вам плюс 15 к арме. И плюс 30 к удаче, и плюс 99 к силе, и так далее, и так далее, и так далее. Так, 13, 15, ну, все такие нормальные, в принципе. Вообще, все сильные, короче, все сильные, ну, баф особо нет. Там, ну, по нулям, который был, ну, он вроде вышел, да? Все, надеюсь, я буду с Орехом вместе, в команде. А может быть и нет, не знаю, сейчас посмотрим. Все, игра у нас грузится, и полетели. Попробуем затащить 3 на 3. Так, а что у меня там из юнитов? У меня там фермы, по-моему, то ли Файзер, то ли Реал Ганнер, я не помню. О, давайте эту зимнюю. Все на зимнюю. О, лезем все на зимнюю. А я лезу на дерево. Ать! Ну-ка, пусти меня, деревяшка. Капец, все за разное голосуют. А-а-а! Все голосуют за разное. И так. Короче, я за красных. Так, надо быстро ферму поставить, успеть. Оп, и... Так, а Орех, кстати, за синих играет, а я за красных. У меня еще Лоури и Томас Н... Томас 4Н против Драгон Ферстхон и Лоури на... и Орех. Не знаю, как я там что прочитал. Быстро прочитал, как мог. Так, ферма есть. Опять фермы нагородили. Опять мне одному отбиваться надо. Они кучу ферм себе ставят, ладно. Ставим джипарей наших, пускай джипы едут. Где у нас друзья? Здорово! Орех! Здорово, подписон мой. Да, подписчик мой, дружбан. Ну чё, полетели? Смотри, что тут дальше у нас будет. Так, 250. Надо апнуть ферму быстро. Успеем. Хоп, ферму апнули. Апнули ферму. Теперь она не по 50, она теперь приносит нам по 100, по-моему. Да, по 100. Ну чё, вон же парень наш едет. Ой, здесь у нас с дробовиком чувак. Зря он его сюда поставил, надо было сюда его поставить. Орех, а ты там что там куда расставляешь? Да он не стусит, танцует. Прикалывается. Иди, говорю, ставь ферму, а то сейчас проиграете же. Так, пока... Так, что у нас еще есть? А у нас больше ничего нету, да? У нас фермы одни. А, патруль, джипарь. И с дробовиком чувак. Прикольно. Так. Нет, наверное, еще ферму поставлю. И апну ее, да? За 250. Конечно, апну. Эй, ты куда залез? Тоже хочу наверх. Тоже наверх. Ой, мы поставили еще одно. Ой, блин, я на нее наступил. Чуть не растоптал снайпера. Снайпера растоптал. Растоптал Капанда, растоптал снайпера. Ужас. Ужасть. Так, ну-ка глянем, что у них здесь. Ага, пикалетчиков они поставили. А, нет, это кто такой? А, это с пистолетом? Нет? Что-то он, по-моему, по-другому выглядел. Это же с пистолетом обычно и с дробовиком. Что я их уже давно не брал, не помню. Ой, мы можем апнуть ферму. Ферму апнули. Ну-ка, что у них там? Что у нас там дома-то творится? Пока справляемся. Так, у нас джипари. У меня две фермы. Здесь еще автоматчик стоит. Не этот. С дробаном. Чувак с дробаном и чувак со снайпером. Снайпер. О, блин, красавчик стоит, нахлобучивает. Ого, тихо, меня чуть не стрельнул. Чуть мне не попал, прям глаз. Ну чё, еще на джипаре копим, либо, наверное, поставим еще одного... Ферму. Ферму ставим. Давайте ферму и апаем ее сразу, да? Так, а теперь, наверное, я поставлю уже джипаря. Чтобы джипари помогали нам. О, у них уже два джипаря? Ах вы шустрики, а? Шустрики, это, наверное, там орех навтыкал. Орех навтыкал джипарей.
Ой, девчуля этот, кстати, я только сейчас заметил, что девчуля еще с нами играет. А, она, кстати, с нами играет, она же в красной команде. О, ну мы-то это точно затащим. Женщина, давай тащи. Женщина, я в тебя верю, давай. Ставь, бросай свою помадку, бросай свои эти колготки, всякие хохоряшки, и будешь тащить у нас. Мы в тебя верим. Ты у нас самая красивая, да. Надеюсь, самая сильная. Так, ферму еще ставим, нет? Пока справляемся. Ставлю-ка я еще ферму. И апаю ее. Нет, не апаю, мне не хватает 17 монет. $17 не хватает. Так, давай. Сейчас он их забодает. Бенч, это же мой, да. Все. Сколько у меня? Я, наверное, поставлю 5 ферм, и мне пока хватит их. Потом буду их еще апать дальше. Тусит. Ты все прикалываешься, орех. Давай, иди играй. Смотри, а то продуете. За нас-то он супер-женщина. Ой, я наверх хочу залезть. Я тут, кстати, ни разу не был. О, все, я в домике. Прикольно. Буду отсюда командовать войсками. Левый фланг вперед. Танки прямо. Сбоку самолеты заходят и всех бомбят. Да, вот так вот. Е-е-е, все, у нас, короче, 5. Не-не-не, это не моя ферма. У нас 4 фермы, да? Я хочу поставить 5-ю. Все, я поставил 5 ферм и их апнул до 2-го уровня. Ой, мамочки, а босс-то идет. Босс идет, а отбивать-то его некому. Ма-а-а! Зато ферм куча. О, опять эта какаха тут валяется. Так. Ставим еще одного джипаря. Если успеем, у него жизни... Можем не успеть. Надо срочно джипаря еще ставить одного. Давай. 75. А у меня 25. Это 3 джипа. Есть. Успеваем и ставим джипаря. Фу. Нормуль. Не-не, нормально. А снайпер до него уже не добивает. Ну, этот сейчас его подстреляет. И еще один джипарь. Все. Сколько у него жизни? Единичка. Все, нормуль, завалили. Так, давайте поставим, наверное, еще одного джипарика. Сейчас он маленько докопится. Докопилось. Все, еще одного джипаря ставим. И апаем. Так, наверное, апнем ферму. Или джипаря апнуть. Не, давайте апнем ферму раз. Надо все фермы апать. На все фермы, это мне их 5 штук. По 550, это надо 2500. Вау, дофига денег надо. Ой, что-то они тут уже поджимают нас. Может не апать ферму, может лучше апнуть этого джипаря. Вообще я хочу накопить на команду, а потом на Фейзера этого. Не, нормуль, тут справляемся. Все, всех забодали вроде. Ну как, тут как у них дела. Так, у них расставлены чуваки здесь. И 2 джипаря, да? И 3 фермы. Эй, а что-то ферм у них мало. Что так мало ферм навтыкали? Так, а между прочим, у нас там 2 босса идут. 2 босса, это что-то тяжко. Так. Угу. Не, лучше, наверное, я поставлю еще одного джипаря. Блин, я уже 1800 накопил. Нет, сейчас вот я 1800 накоплю и воткну вот этого чувака. Командоса. Нам самое главное боссов тут вольнуть. Есть, хватает. И ставим его вот сюда. Да. И сразу же апаем его. Успеем апнуть. Блин, да что-то надо было, наверное, не сюда ставить. Мы сейчас можем и не успеть. А, вот здесь-то не захватится. Блин, что-то мы тупанули. И у него еще остается 150. 160 это получается. Нет, это нормально, дофигища машин. И еще 4 машины надо. Ну, вот эти хорошо тут нахлобучивают. Не, нормально, затащим. Все, я апнул этого своего командоса. И теперь хочу апнуть еще одну ферму. За 550, да? Давай. 550. А у босса осталось... Еще одна машина. Все, сейчас одна машина ее задавит. А, и они его даже достреляли. Фу! Ну-ка, боссов мы вольнули. А у него как? У соседей у наших. Так, апаем ферму. Нормуль. А они еще не расправились, да, у них зато этот есть, Риоганер, он тоже, блин, веселый, он хорошо нахлобучивает, Риоганер, у меня Риоганера нет, у меня зато Фазер есть, Фазер-лазер,
Так, тут у нас этот некромант идет. Поднимает зомбаков своих. Куда поднимаешь? Ага, тут еще и босс идет. Ну, этот мой хорошо нахлобучивает. Так, третьего уровня, второго уровня, второго и третьего. У меня две фермы всего третьего уровня, надо вот этих срочно ферм. Давай, мне нужно вот на этого накопить. Еще есть. Еще одна фермочка есть. И вот эту еще одну. Все, тоже. Все, у меня все фермы. Нет, вот это еще ферма. Сейчас на нее 550 маленько осталось. Давай. Добирайся. 550 и... 100 еще не хватает. Давай. И снайперюга тут один у нас лежит. Так, а тут у нас боссы идут, да? Раз, два, Три босса идет. Так. Ферма есть, апнулась. Все, у меня 5 ферм третьего уровня. Хорошо, это очень хорошо. И 3 машины и 1 командос. А у них тоже 3 машины. Ферм у них гораздо меньше, у нас ферм гораздо больше. И тут у него куча солдат стоит. Армия целая. Не, что-то вам, ребята, так будет тяжко. Но у него уже 2 риоганера. 2 риоганера, это хорошо. Так. Блин, что-то тяжко. Так, давайте апнем его. Все, это 2100 его апнул. 2600, теперь 2600-волки. Уа, стоит, нахлобучивает с гатлинга. Так, все, от боссов мы избавились, а у них идут еще, нет, боссы? Или они тоже от боссов избавились? Эй, соседи, как поживаете? Да, они тоже боссов завалили. Блин, на них хорошо играют. У них и уже 2 риоганера, это хорошо очень. Угу. Так, ну что, давайте поставим еще одного. А, может 3200 на файзера накопить, а? Не, я сначала апну фермы свои. Раз, и... Давай, еще чуть-чуть. Есть. Успел? Ну-ка, поскольку они уже приносят нам. Все, 2 фермы мы апнули, и сейчас я куплю... Наверное, за 1800 еще накоплю, потому что апнуть его стоит 2600, я лучше еще одного поставлю рядышком. А то ему одному скучно, наверное, да? Одному ему скучно. Или не ставить. Ставить не ставить. Не, наверное, мы поставим. Сюда рядом. Да у нас тут целый этот, как парад проходит. Смотрите, здесь по краям стоят, и машина проходит. Приезжает машина, и они тут все. Воинское приветствие, честь дают. Типа, здравия желаю, товарищ полковник. Блин, а у нас здесь 2 босса вообще-то идут, полковник. Так. А мне денег вообще не машки. Сейчас хоть это... Волна закончится, да мне еще фермы нормально принесут. А, давай, заканчивайся, волна, быстрее. О, нормально, мы всех замяли. Ну-ка, у них босс еще идет. О, там что-то здоровяк, что ли? Сколько жизни у него, не вижу. Не вижу, сколько жизней. Давайте подойдем поближе. Это же босс 2. 1600, а у нас сколько? Или мы его завалили? Не, у нас тоже идет. У них 1600 жизней у него, у нас 1300. Но мы его вроде побыстрее маленько сносим. Давай, нахлобучивай. Он уже принес 1800, нормально. Уже почти окупился. 1000 осталось у него. Блин, сильный крепыш. А 1600 у него было, да? Это босс номер 2. Ага, босс номер 2. Так, стопэ. Нет, давайте 3200 уже, наверное, накопим, да? Да, давайте накопим 3200 этого в топку. Я хочу фазера поставить. Ой, боссов сколько идет, мама, не горюй. Так, 3200, давай, добивайте его. Сколько у него, 200 осталось? Блин, а можем, кстати, не добить. У этого-то радиус-то... А, не, нормально, вот он здесь его... Нормально, он его здесь заберет. Видите, как раз уголок есть. Сейчас он до сюда дойдет, попадет в зону обзора, команда его расстреляет. Не-не, нормально, должен. Так, быстро фазера. А фазера поставим куда? Его наверх нельзя ставить. Блин, куда его поставить? Давайте вот сюда поставим. Все, пускай нажигает. И за 700, и за 2600. Апнем, да? Блин, надо было пониже его поставить, наверное.
пониже надо было ставить, видите? Чтобы здесь он еще захватывал побольше. Так, либо его за 2600 тапаем, либо вот этого за 2600. А это сколько? 2600 же тоже, да, файзер? Да, что файзера 2600 стоит тапнуть, что шестиствольщика этого. Даже не знаю, наверное, файзера буду апать. Нормально нажигает он. Ну-ка, давай, нажигай. Вот, плавится, просто босяра плавится. Во-во-во-во-во-во, 2600 есть? Есть, все. Теперь стоит 4800 накопить. Ну-ка, у них как дела? Так, давайте-ка я ферму еще апну лучше. Я хочу ферму свою доапать. Вот за 1000 апаем ферму. Еще две фермы по 1000 надо апнуть. Вот, сейчас раз и два. Все, фермы апнули до 4 уровня. Остался последний, до 5. Фига, у них уже 3 риоганера. Мамочки, тоже будет тяжко. Джипари уже апгрейжены, он уже и C4 у них, и бампер, и чувак сверху сидит. Это, по-моему, 4 уровня, кстати, джип. По-моему, да, по-моему, 4. Нормально они нажигают. Так, побежали домой смотреть, как. Так, фермы у меня все апнутые, да? 4-го. Джипарей я пока не хочу апать, я сейчас апну фазера до 4800. Давай 4800, и осталось 800, маленько. 700 осталось. А между прочим, здесь боссы у нас идут две штуки. Блин, в сумме у них 3200, по 1600 у каждого. Сейчас фазер накопится, еще осталось 500, я его апну, и они, он их вообще спалит. А потом, наверное, вот этого буду 2600 копить, да? Есть 4800, готово. И вот этого сейчас апнем за 2600. Все. Есть, два брата акробатов нажигают. Лазер нажимает, лазером фейзер. И команда с двумя шестистволками нахлобучивает. Во, огонь, пошли. Давайте, ребята, старайтесь. Уничтожайте их, просто испепеляйте. Так, 1500 у меня уже есть. Либо за 14000 апаем, либо за 8. Наверное, я на этого буду 14 копить. 14 что-то сильно дофига. Давай, плавься. Так. Что-то, блин, тяжко. Давайте, этого почти дожгли. Все, этого дожгли, валим второго босса. Так, а у них как дела? Мы одного босса завалили, сейчас валим второго. Но они тоже второго валят. Так, а у них еще не апнутые, да, эти верхушки? Наверху риоганеры еще не апнутые пока. Блин, чувствую, будет потно вообще. Будет потнява. Ну а что делать-то? Может тоже апнуть своих джипарей? Не, пока не буду. Я буду копить сейчас 14 тысяч. Я хочу здесь фазера. Еще боссы идут. Что-то тяжко. Капец. Или лучше еще какого-то мелкого поставить. Может еще фазера поставить. Давайте мы еще лучше одного фазера поставим. Здесь вот пониже. Еще его апаем. И за 2600 тоже апаем. Так, у меня два фазера, короче. И шестиствольщик. Походу дела я только один сильник ставлю. О, зато он там фермы наапал. Под полторушки у него уже приносят. По 1500 фермы приносят. Так. За 4000. Где он? Еще поапаем. Все, нормуль. Теперь можешь командоса еще одного поставить. Чтобы вот здесь мне закрывать петлю. Нажигает. Ну-ка, сколько жизни-то у него осталось у босса здорового? Все, он пропал. Так, здесь мы босса завалили. Блин, что-то их как-то куча слишком. Ребята, вас слишком дофига. Сколько жизни-то? А, да кого этого по 180, это нормально. 180 это фигня. Так, давайте поставим еще одного шестиствольщика вот сюда, наверное. Да, вот сюда и апнем его раз. И за 1100 сейчас почти хватит, и еще одного за 1100. Давай. Так, мы боссов завалили. Ну-ка, соседи. У соседей боссы остались. А, у них еще и живой босс.
Да? А мы уже вальнули. Правильно же? А чё он их не апает? А надо же апать вот этих. О-о-о, да у них босс почти дошел. Ну-ка, ребята, давайте напряглись. Орех. Ну-ка, напряг свой орех. Давай, чтобы затащил. Я не хочу быстро так сдаваться. Хочу, чтобы подольше поиграть. У нас только 26-я волна. Так, 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 нам бы самим тут не слиться. Все, наапал. Отлично, мы закрываем почти эту петлю. Здесь у нас закрыта вот эта петля, да? Да, у нас тут фазер вот эту петлю закрывает. Ну, давай, давай, давай. Вот, все, вот эту петлю мы всю закрываем. А вот эту петлю нижнюю у нас закрывает вот этот чувак. Ну, здесь уголок маленько не хватает. Так, босс. Блин, ну тут три здоровых идут по 1600. Это сколько будет? Это 5000, да? 4800. Да, 4800 в сумме. Ааа, мама, не горюй. Так, 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 так. Что поставить, что поставить, что поставить? Боссов нажигаем. Так, а я смогу их хапнуть? 14000, не. О, мы победили, оказывается. Что-то даже не заметил. Блин, хорошая игра. Good game. Блин, прикольно было. Мне понравилось играть. Блин, где написать-то? Good game. Фу, прикольно было. Так, сколько серий у нас там длится? Мы нас записывали. О, 20 минут, само то, огонь. Блин, было прикольно. Я люблю этот Tower Battles. Все, друзья, серию буду завершать. Подписывайтесь обязательно на канал. Ставьте Лукаса. И увидимся в следующих видосах. С вами был Капанда. Все, всем пока-пока.